Так, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Мы сейчас с Данечкой идем в магазин. Вот. Собирать! Даня. А Кирилл у нас что-то кашлять начал. В общем, мы его не возьмем. Вот. Сейчас пойдем, да, Дань? Да. В магазин пойдем мы сейчас, да? Ну все, еще увидимся. Так, ну что, сейчас быстро сделаю я обзор покупок, а мы с Даней пойдем еще в другой магазин. Так, значит, купили мы с ним вот такие пироженки. Очень вкусные. Кирилл у нас кашляет. Так, вот Мэри, вкусные они. Мы взяли, они то, что сегодняшнее число, 1 октября, вот, взяли две упаковки. Так, потом бананы купила, да, и вот два лимона. Лечиться будем. Так, потом сахар взяла, вот, купила белый. Так, салфетки. Это у нас монетки такие продаются. Они были по акции. 39 рублей всего. А так всегда я беру в фикс-прайсе. Следующий хлеб. Как всегда, черногорский. Молоко. Такие шоколадки с кокосом и вафлей. Две штучки. Кирюшеньки что купили, сейчас скажем. Даня себе уже забрал. Так, вот чипикау купили тебе. И Дане тоже такую же. Часок тебе тоже дам. Так, вот фагатини с сыром он просил. Да, Кирюш? Это Данечкин. Он любит слойки такие с сахаром. Сок с шиповником, чтобы не болел. Так, Несквик тебе, Кирюш. На, держи. Несквик, шоколадка. И еще одна фагатини. Это Владику. Так, а, еще чупа-чупс, Кирюш, тебе. Сейчас я его найду здесь, подожди. Пакет запутался. Вот, еще чупа-чупс, Кирилла, купили маленький. Держи, сколько колы он. Ну все, ты рад? А он себе забрал уже, он меня внизу там в подъезде ждет. Сейчас мы пойдем с ним еще в один магазин. Вот Даня меня ждет в подъезде. Да, Даня, ты меня ждешь? Мы пошли с ним в магазин. Ну что, мы с Данечкой сидим на скамейке, ждем маршрутку. Сейчас хотим поехать в центр города. У нас там есть огромный магазин Фикс Прайс. Туда сейчас сходим, в общем. И ну, хочу купить там товары некоторые. Потом будет, как всегда, у нас видео выйдет отдельное о Фикс Прайсе. Так что ждите. Ну вот, мы купили такие коврики в Фикс Прайсе, да, сегодня? Классные, Дань? Вот, прикольные вообще. Детям так понравились. Вот у Кирилла транспорт, да, он выбрал? Да. Серия транспорта, а у Данечки морская тема он выбрал такой тебе себе. Вообще классные коврики. Вот, кстати, картинка. Вот, тут такие вот. 6 этих плиток здесь. 99 рублей стоит. Тебе понравились, Дань? Да. Прикольно. У нас когда маленькие были, помните, вам так и покупали, да? По-моему, вообще дорогая была такая вот коврик. А это всего 99, вообще просто. У Кирюшки с машинами классно какие. Паровозик, самолетик, да? Машинка, пароход. Ну, вообще класс. А еще у него тут сладкая вата. А я тут. Вот что осталось. А жвачка такая. А я тут. Че, Кирюш? Я тут. А это туда кораблик внутрь поставь. Зачем ты его вытаскиваешь? Собирай. Это же пазл. Вон, Данечка собрал уже. Ну, ты хорошо присоедини. Давай я тебе помогу. Так поближе надо сюда подвинуть, да? Так, подожди. Вот так, наверное, надо. Раз ты так начал. Вот. Круто. В общем, классные коврики. Очень классные. Там тоже вот этот морской котик неправильно. Морской котик, говорю. Конек. Морской конек неправильно сделал. Вот надо прямо сюда вот это оторви от этих. И прямо сюда вот присоедини. Крабику надо присоединить, Данечка. Вот. Чтобы ровненько... Нет, вот здесь сначала, чтобы совпадало все. Вот так сделай. Чтобы вот здесь совпадало краешки. Вот так, да, молодец.
Кирюшенька сейчас тоже соберет, да, Кирюш? Это то. Ну это кораблик, ты сначала собери, ну то там колесики, правильно, молодец. Ну, в общем, такие классные пазлы. Не зря мы сходили в большой, там просто у нас огромный фикс-прайс, да, Данечка, мы ходили, да, Даня? Там столько всего было. Видео, кстати, скоро выйдет. Так, вот такие у нас кубики получились, да? А так еще можно делать, да? А ты там что засовываешь? Там у него сидит... А, уже никто не сидит у тебя? Ты тоже можешь так открыть дверку, как будто дверка открывается. Вот так вот сейчас покажу тебе. Нет, всю не надо открывать? Или ты всю хочешь? Ну ладно, вот так. Такие кубики у нас получились. Кирюшке понравилось, да, Кирюх? Там собачку он свою. Это, кстати, собачка, вот, который спит он с ней. Это его собачка любимая. А это вот крыса. Данин. Он с Дани. Даня спит с крысой с такой. Нюмчик, кстати, его зовут. Вот. Так, сейчас пытаюсь приготовить. Значит, здесь у меня грибы с луком. Картошку с грибами. В мультиварке тушеную. Вот как я, значит, ее готовлю. Значит, здесь грибы, вешенки. Порезала вот мелко, да? И добавила лука. Вот все, сейчас все пережарится это. Так, уже практически готово. Теперь сюда добавляем картофель. Кубиками порезанным. И картофель. Кубиками уже порезала, посолила. И все, сейчас будем добавлять сюда. Прям в мультиварку. Добавили. И вот так вот пускай постоит минут 5, не перемешивая. Так, крышечка накроем. Пускай пока 5 минут стоит. А потом будем добавлять. Ну, соус сейчас сделаем. Будем туда добавлять. А соус делается так. Вот здесь сметану я добавила, да? И сейчас зальем водичкой. Так, вот немножко водички и все перемешиваем. Получается такой вкуснейший соус. И потом будем добавлять этот соус в картофель. Так, ну что, я перемешала все. Заливаем все это соусом. Так. Перемешиваем снова. И пусть это тушится на медленном. Ну, вот у меня программа не на медленном огне, а просто программа тушения называется, в общем. И пускай это все тушится примерно полчаса. Вот такая вкуснятина получится у нас. Картошечка у нас уже приготовилась. Сейчас будем кушать. Очень вкусная получается. Мам, ну что, Даня у нас кушает, да? Вкусно, Даня, расскажи. Да. Вот такая картошечка. Давай покажем, какая картошечка. Вот такая получается. Кстати, я маленько еще водички добавляла. Вот такая получается, да, картошка, мама, тушеная, в общем. Да, вот Кирилл у нас. Да, наделала. А, чай? Сейчас налью тебе, моя. Вот Кирина порция, вот Данина. Сейчас Владику положим, да? Тоже. И будем кушать. Всем приятного аппетита. Горячий, Дань, осторожно. Мам. Так, мне вот как-то недавно в комментариях написали, как я использую коробочки, которые... Для обуви я купила. Хотела вам сейчас показать. Вот первую коробочку хотела вам показать. Так я использовала. Тут у меня хранятся нитки для вышивания. Вот она на заклепках здесь. Очень удобная. Так, сейчас откроем и посмотрим. Вот у меня тут все нитки для вышивания.
и вот такие для, ну, пряжи, в общем, носочки я там вяжу детям. Так, еще вот бисер у меня здесь лежит. Такие нитки тоже золотистые. В общем, такое у меня рукоделие здесь лежит. И еще я здесь храню вот мыло, чтобы моль не заводилась. Вот такие надо кусочки мыла ложить. Ну вот они, это то, что шерсть. Так, и тут еще вот у меня лежит канва. Ну вот, голубая. Вот. Вот так я вот эту коробку приспособила. А вторая коробочка у меня, наполнитель там кошачий у меня храню я. Новые, неиспользованные еще. Вот, чтобы мешочки, ну, чтобы мешке там не стояло. Так, и еще вот эта вот коробочка у меня тоже из фикс-прайса. Я ее приспособила вот тоже под пряжу. Тоже вот. Здесь у меня даже эти есть спицы. Вот такие спицы тоже маленькие. Вот. Очень тоже удобная такая корзиночка. Обезьяну вам хотела еще показать. Такая классная обезьяна. Но, правда, дети мне ее сломали уже. Это была обезьяна Влада. Мы покупали ее. Когда Владику у нас было еще лет, наверное, 7, да, 6 даже где-то. В школу он еще не ходил. Вот. Но они уже у меня тут ее... Ой! Шею, посмотрите, сломали. Жалко. Вон там вот. Шею уже... Вот. Все на детали разобрано. В общем, вот. Даже видно запчасти все. Жалко. Она, в общем, плакала она, как ребенок маленький. Соску сосала, в общем. Руками, в общем, на руки просилась. Плакала. Такая, ну, как настоящий ребенок была. Вот, это, кстати, фирма, сейчас вам покажу, Furial Friends, вот. Вот, покупали мы. Ну, дети сломали, теперь она не работает. Ну, просто стоит вот для красоты и все. Вон, голова даже отваливается. Бедные обезьяны. Вот такие дела.